Льготников среди автовладельцев станет меньше. Областные депутаты обсуждают поправки в закон о транспортном налоге. В частности, предлагается снизить порог мощности двигателя, который является гарантом освобождения от отчислений в региональную казну со 150 лошадиных сил до 100. По предварительным подсчетам, это позволит увеличить доходную часть бюджета примерно на 265 миллионов рублей. Законопроект уже внесен в повестку ближайшего заседания облдумы. Если он будет принят, то изменения вступят в силу 1 января 2018 года. Но с одним условием. Социально незащищенных слоев населения изменения коснуться не должны. Как и прежде, инвалиды и многодетные семьи от уплаты транспортного налога будут освобождены.